Друзья, всем привет! Повторим чуть-чуть тему, ту, на которой много обсуждений было, по поводу покраски мокрой по-мокрому. Видать, меня не так поняли. Не покраска мокрой по-мокрому, для меня что-то новое. Мне было удивительно, видать, многие просто недавние подписчики. А покраска мокрой по-мокрому бэушного бампера без первичного, скажем так, наполняющего грунтование под перетирку. То есть, имеем бампер, он у нас зачухан, то есть все повреждения на нем вычесаны полностью. Здесь второй лючок был, человек его просто потерял при аварии, а в бампере, когда покупал, ему не дали. Я его, получается, отремонтировал и только тут подгрунтовал, перетер, то есть пошпатлевал, там подгрунтовал. Сейчас вот это дело, нанесется сюда грунт по пластику и два слоя грунта мокрый по мокрому. После этого, что нужно, посмотрим, во-первых, как он выглядит, что нужно, подотрется вдруг там соринка, либо ворсинка какая-то, что тоже маловероятно по поводу ворсинки, но все же, там понятно, и будет краситься. Вот это для меня, скажем так, новая была информация, но которую уже опробовали. Время экономится очень сильно, финансовые вложения экономятся очень сильно, ну и все. Пластик перетерт, 240 повреждения разработаны, потом взят абролон Мирка, абролоном с водой, перебито все-все-все, куда можно залезть машинкой, остальное красным скотч-брайтом с матирующей пастой. И пластик у нас становится полностью гладкий, без ворса, если ничего нигде, само собой, не пропустили. Это дает нам возможность отгрунтовать его мокрый по мокрому и покрасить. Вот это-то, собственно, я и делал на BMW X3 в прошлых видео. Сейчас грунтуем. Адгезионники, кислотники положены. Теперь размешал автолевел и добавил у него 10% базовой краски. Крашу сольвентом, потому что отвозили на подбор. 10% где-то там вычитали, вроде как. Ну, попробуем, в общем. Он такой у нас будет розовый. И вперед. Я везде положу два слоя. На крыло разве что потоньше будет слойчик, а на бамперок потолще. Все тут нормально. Розовый грунт. Все, на крыло так хватит, вообще хватит, а на бампер будет два полных.
розовый фламинго. Ёптить. Сейчас подсохнет, посмотрим, как оно себя чувствует. Посмотрим на нашего фламинго. И там, где у нас был голый пластик, все хорошо. Даже с первого слоя. Это не может меня не радовать. Потому что на втором слое перельем, бросим на часок сохнуть. Оно все хорошо просохнет, придем, поподтираем какой-то сор, который нащупаем. Липкой салфеткой все пройдем, еще раз обдуем все со всех сторон. И уже приступим к окраске. Все, оставляем сохнуть, ну либо же включаем сушку. Тут вариант такой, либо включить сушку на 10 минут, оставить, либо же, если есть время, у меня есть время, я лучше не буду палить соляру, оставлю, пусть сохнет. 40 минут я подождал. Давайте прощупаем. Тут дело в том, что на матовом ни хрена не видно, а соринку можно только на ощупь. Тысячка тремовская. Трется хорошо, абразив не забивает. Не знаю, можно, конечно, покрупнее чуть-чуть взять, чем 1800, допустим. Посмотрим сейчас на количество. Если это две штучки, то и тысячкой справимся. Классный способ. Я пока пошел помыл пистолеты. Подготовил там другую себе работу, заботу. Тут оно стоит себе, высыхает. Если есть какая-то спешка, даже включили сушку, буквально 10 минут. Включили сушку, нагрели, отключили продува, пока перемыли пистолеты, подготовили базу. Пришли, подтерли все, что не нравится. И красимся. Здесь, где у меня было подгрунтовано, ни контуров, ничего я не вижу. Хотя выход на чистый пластик был. В общем, схема мне нравится. Как кто-то писал, оно там через неделю все упадет. Ребята, если бы это все через неделю падало, ни одна бы техничка не прописывала такой ремонт. Ну, в плане мокрый по мокрому. Единственное, что уже я тут, скажем так, доэкспериментировал, это вот тут был короткий ремонтик, кусочек, то есть я его выполнил, и отдельно накрыл мокрый по мокрому. Это уже, да, такая легкая отсебятина, но тем не менее, это все дело проверено, и ничего не падает, не контурит. Все, сейчас включаю камеру, обдуваюсь, и посмотрим, за сколько слоев я укрою красным. Красный, яркий, хреново кроющий.
Ну что я могу сказать? Один слой и результат мне нравится. Значит, надо будет положить еще один мокрый, припыл, хоть это и солидный цвет, припыл, и все готово. Я не ожидал. Катя мне сказала, что положишь примерно 4 слоя. 4. Зачем? Я, конечно, сверю с выкраской, там все дела, но кроет-то изумительно. То есть у нас получился минус один подборный слой. Просушиваем минут 10, кладем еще один. В общем, я положил 3,5 слоя. У меня краска просто оставалась, чтобы ее не откладывать и не выкидывать. Положил сюда, пусть будет. А теперь ВС-очка. И наливаем молочок. Я тут внимательно все ходил, просматривал, чтобы нигде контура не увиделись, не показались. Вроде ничего такого не вижу. Поэтому лакируем. Так, проверяем сухое.
все открашено, отлачено. Тут было все в голом пластике. Это уже сухое. Прошла ночь. Тут был везде голый пластик. Контуров, ничего такого не видно. Соринка уберется. Тут тоже. Ну, тут был вообще ремонт. Прям хороший ремонт, потому что тут вот от этих пор было все загнуто. Я выстучил, выровнял. Чуть-чуть шпатлевки, чуть-чуть грунта. И чуть-чуть покрашено. В общем, схема работоспособная, интересная, экономящая время и, надеюсь, приживущаяся у нас и не только. Всем пока!